Всем привет! На днях в очередной раз пересматривал фильм «Я легенда» с Уиллом Смитом. Фильм снят по одноименному роману Ричарда Мэттисона и повествует о некоем военном докторе, который борется с зомби-мутантами, которые населили Землю. Вот. Честно скажу, фильм, конечно, существенно отличается от романа, но раньше я не обращал внимания на одну особенность. Действие фильма происходит в 2021 году. И вся катастрофа произошла после неудачной вакцинации от некого вируса. И если честно, то я немного напрягся. Вот, потому что как-то жутковато все это выглядит в свете последних событий. Как-то так. И подтверждение того, что с вакцинацией что-то не так, есть тот факт, что Тиль Линдеман, лидер группы Рамштайн, после вакцинации запел на русском. Шутка. Ну ты это, подпишись, если что.